Наталья Михайловна, Татьяна, сажаете ступени возле администрации, угу. Вера сажает ЗАГС и доску почета. Все остальные, кого я не назвала, сажаем памятник Ленина. На часах еще нет и 8, а озеленители уже готовы приступить к работе. Важность задания понимают. Им предстоит украсить город к майским праздникам. Сажать будут фиалку трехцветную или, говоря проще, анютины глазки. Данная рассада очень красочная, очень морозостойкая. То есть ночи у нас нестабильные, минусовая погода бывает. Поэтому мы начинаем вот именно с этого вида рассады. В первую очередь яркими цветочными красками разукрасят скверы у Вечного огня и памятника маршалу Жукову, а также центральные улицы города Одинцово. К 1 мая озеленители посадят около 50 тысяч цветов. Чтобы правильно посадить цветочек, вытащили его из палета, берем конус, это наше такое специальное орудие, делаем дырочку специально, чтобы в шахматном порядочке обязательно все было посажено, берем цветочек. И сажаем его. И опять так же. Время до 1 мая. Это первая волна озеленения. Вторая накроет другие улицы города и начнется сразу после. Тогда и погода будет снисходительнее. И потому цветовой ассортимент богаче. После виолы мы начинаем сажать тагетис, кохия, цинерария, петуния всех видов. Ампельные кашпо на центральной площади будут высажены. Также будет обновлен розарий на центральной площади. Посадить цветы мало, за ними нужен постоянный уход, полив и удобрение по мере необходимости. За этим в ежедневном режиме следят сотрудники Одинцовского городского хозяйства. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».